Здравствуйте всем. Вот. Даже не знаю, что-то стоит ли сказать вот, по поводу такого положения ну, человека. Я уже был тут не так давно на благотворительном концерте и, в принципе, наверное, должен повторить, что первое, это, конечно, для таких людей важна поддержка своих родных. Вот. Папа, мама, хорошо, когда у таких людей есть ну, родственники, которые могут позаботиться. Вот. Вера, конечно, этих людей вот. И самого человека. Вот. Я сам тоже был на больничной, так сказать, койке и понимаю, что это, наверное, является определяющим выздоровление, чтобы все было хорошо. Ну, вера в Бога для меня – это так. Вот, я не знаю, во что человеку верить, когда он, скажем, в Бога не верит в такой ситуации. Да. Что там, в удачу или что? Я в Бога не верю. Ну, поэтому вот во что бы вы верили, вот, когда у вас, можно сказать, такой ситуации? Только светлое будущее. Светлое будущее. Только искусство человека. Ну, дай Бог, да, можно поверить в светлое будущее для себя. Вот, ну, верим однозначно. И желаю, конечно, Олегу выздороветь. Вот. И я думаю, что соединение всех людей, которые сейчас здесь и которые будут как-то об этом событии знать, оно, конечно, поможет этому человеку, потому что энергия людей, она помогает. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Я начну. Песня называется «Курьерская». Я стою 6 утра, я спускаюсь в метро. Наши граждане спят, и им грезится, что пролетела неделя, прошла стороной. И они, отработав, все едут домой. Увы, электричка везет их туда, где начальник поставит задачу всегда и не слезет, пока ты ее не решишь. Как же хочется спать и как хочется жить. И как хочется жить. Я обычный курьер, и я всегда гости к вам. Принимайте меня, нужен нет ли я вам. Вот газета, журнал, вот от мэра письмо. Вам не нужно, мне тоже выходит зеро. Кто-то мне улыбался, кто-то губы кривил, кто-то требовал паспорт, кто-то даже шутил. Я желал всем добра, кто услышал, кто нет. Но зачем я таскаю этот толстый пакет? Этот толстый пакет. Все удобно и ловко, все давно на мази. Просто всем нужны деньги, это мера земли. Бизнесмены, политик, олигарх или бомж, вон монет нам слышнее, чем небесный дозвон. Слишком быстро несется наш поезд судьбы. Промелькнули года, промелькнем я и ты. Но чтоб скорость беды разрушить обман, я прошу небес, включите 100 кран. Включите 100 кран. Я смотрю вам в глаза, мне так важен ответ. Нам всем нужно так жить, или все-таки нет? Может, вся эта жизнь продолжение сна? Мое сердце стучит, просыпайся, пора. Просыпайся, пора. Просыпайся, пора. Спасибо. Следующая песня называется «Баллада о караколе». Чуть построю.
каракуле. Старинный палавец пелось за том, как люди жили свободно. В лихие года отстояли свой дом от герцога де Маликорна. Причина спасения не царь, не герой и даже не местный затворник. Причина тому паренек караколь, он был по профессии дворник. Когда черно-белые рати вошли, и мир оказался как будто в пыли, над чванством глупцов потешался и, глядя в глаза, улыбался. Зачем, караколь, ты рискуешь собой? Махал бы ты лучше метлою. Напуганы люди вряд ли на бой, они поспешат за тобою. Ты чистым и честным свой город хранил, ты нищих и странных за что-то любил. Тебе доверяли богач и бедняк, скажи, для чего ты все делаешь так? Зачем ты все делаешь так? Зачем ты все делаешь так? А в городе множество важных персон, увы, рисковать не спешили. Хитер и жесток был де Маликорн, и всех непокорных казнили. Ты хочешь остаться в живых, вот секрет, ты вроде бы есть, и тебя вроде нет. Разумно совсем соглашайся, а надо соврать, не смущайся. Занозой торчит твоя жизнь, караколь, и нету предавшим покоя. Ты можешь погибнуть, мой друг, караколь, но должен остаться. Должен остаться, должен остаться собою, должен остаться собою. Они просят упасть.
отправиться дальше, а не будет назад, будь посмелей, эй, не рай.
встречу и найдешь друзей. Попробуйте. Я спел эту песню честно, как умел, но сказать по правде я не очень спел. Дома на диване я люблю лежать, но приходит время, и пора сказать. Сделай шаг навстречу, а не шаг назад. Будь посмелей, эй, не радуйся. Сделай шаг навстречу и найдешь друзей. Спасибо.